ужасном варианте. Олигархия сегодня владеет партиями, через партии владеет парламентом, через парламент владеет властью. А риторика лидеров партий – улыбаться перед простыми людьми и рассказывать им басни. Потому что, знаете, эта демагогия социальная, она уже неинтересная. По одной простой причине. Нацбанк – это самостоятельный финансовый инструмент и учреждение. Он не подчиняется ни правительству, ни Верховному Совету. Давайте не забывайте. Вы рассказываете, это вы расскажете людям. Второе. Мне не надо, потому что вы голосаете, по сути, за отставку. Собственные ошибки, как и правительство, они наложились друг на друга. За последние полгода Верховный Совет практически не работает. Каким образом он мог заработать на этом финансовом кризисе? Где голоса регионов в сентябре месяца за ваши рассказы банка. Никому не интересны. По одной простой причине. Вы манипулируете общественным мнением. Верховный Совет к этому кризису хотел бы присоединиться, однако он не может ничего сделать. Верховный Совет отвечает. Почему он не работоспособен? Оппозиция не работает. По той причине. Власть погрязла. По той причине, что так называемая демократическая коалиция сама себя сожрала. С помощью президента Ющенко невозможно восстановить работоспособность парламента. И рассказы о том об олигархах сегодня бессмысленны. Нет, но я бы сказал...